Погода хорошая, уже идет дождь, третий день подряд. Мы стреляем, готовимся и надеемся на результат. Оптимизма у наших спортсменов не отнять. Сборы национальной команды по стрельбе из лука за пределами Минской области – редкость. Но в этом году ситуация изменилась. Именно Могилев получил право провести соревнования вторых игр стран СНГ. Пока на стадионе «Спартак» завершаются ремонтные работы, акклиматизация проходит успешно, шутят атлеты. Ну, нам не приходится выбирать, поэтому спортсмен готов к любым погодным условиям. Ну, единственное, что... Оптимально, наверное, ну, когда не мокро, но для меня лично. Готовность 1 минута, отстреливаем дуэль, и судя по погоде, на сегодня все. Стрелять на вторых играх стран СНГ будут по олимпийским критериям на дистанции 70 метров. Беларусь представят 8 спортсменов, по 4 в мужской и женской командах. Умница, 6 справа, давай в шестерку слева целься. Проходил очень большой отбор, длинный, спортсмены вот отобрались. Причем мы отобрались такие спортсмены, на которых мы ставки не делали. Поэтому надеемся, что вот молодые, перспективные выстрелят и покажут свой лучший результат. Крупное соревнование – серьезная нагрузка, поэтому часть спортивных сборов – работа с психологом. Например, этот прибор собирает данные об эмоциональном состоянии атлета. Программа была разработана специально для лучников. С помощью упражнений спортсмен тренирует выдержку и учится справляться со стрессом. Мы же не только там стреляем, мы же не роботы. И приходим с какими-то своими нюансами, когда человек помогает разобраться в них. Потом, бац, и результат получше. Соревнования по стрельбе из лука пройдут с 5 по 9 августа. На стадионе «Спартак» выступят около 50 спортсменов из 9 стран.